Приветствую вас, пацаны и дамы, всех, кто посетил Гарри Кинг Ченнел. Спасибо за ваши лайки и вопросы, которые вы задаете мне. И надеюсь в данном ролике не испортить минуты вашего отдыха перед голубым экраном. Что ж, поехали искать отель. Так, ну я сразу открываю три сайта. Это Pegas, Hot Tour и слетать.ру. Забиваю в поисковик четверку, 4 звезды. Ну, ставлю с 13 по 16 октября на двоих человек. Ал и Ул. Ал. Все включено и ультра все включено. Ну и лазаем, смотрим. Пока отели отстойные. Я смотрю, я начинаю с Пегаса, потому что у него подзаряженные ориентировочные цены, а дальше я уже смотрю. Ну, это план Кимера, можете заглянуть. Так, дальше что тут? Лариса Гарден, Ботаник Magic Dream. Вот жена у меня отдыхала, раньше назывался Magic Dream. Ужасно отстойный отель. Единственное, что расположение хорошее у него. Дальше поехали. Лариса, Стелла. Я о некоторых отелях уже говорил в моих роликах. Так, поехали. Астория отель, Лариса, Султан Бич. Так. Вот. Остановимся на Армашгуль Бич в Турции, в Кемере. Отель находится в шикарном месте, не новый. Хороший пляж, галька заходить. Первая береговая линия, я о нем уже тоже говорил. Ценничек немножко подзаряжен. Находится в самом Кемере. На окраине Кемера, шикарный пляж, хорошее место. Очень хорошее море, потому что в центре там большая галька, а там в бухте там вообще жестко. Вот это самый, я считаю, очень самый приличный пляж именно в самом Кемере и расположение. Ну, номера не новый отель. Ну, народ отдыхал, не жалуется на кухню, не жалуется. И я считаю, что для четверки это очень приличное расположение. Рядом Розе Резиденс, тоже ПГС и сети. И, ну вот. И я считаю, что очень хороший отель, хороший пляж. Рекомендую. Ну вот, пишут 68-421 сначала. Ну там дальше, когда сейчас заглянем уже, типа покупать, уже пишут, уже побольше, уже типа, уже ценник 73-211, это при покупке у Пегаса. Но у него ценники, я говорю, подзаряженные, можно даже, вот будем потом смотреть, если смотреть, то слетать.ру или... Hot Tour уже, вот я залез на Hot Tour, смотрю дальше у него, что у него там есть за вещи. Ну, это карта, опять же, Турции. Дальше смотрим, крокодильчик немножко я тут ставил для веселухи, чтобы народ не расслаблялся. Так, смотрим, ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, вот нашел Гранд Мирамор, я о нем уже обозрение делал. Он находится в Кирише, сразу за горкой, 5 километров. И ценник на него очень приличный, демократичный, с Питера. Надеюсь, 63 тысячи на двоих, 572. Этот, как я понял, включает топливный сбор. В отель небольшой, 135 номеров, типа вторая пляжная линия. Но, по-моему, два корпуса, если не ошибаюсь. И народ очень шикарно. Рядом гора. И пляж тоже мелкая галька. Место очень хорошее, мне Кириш очень нравится. Вот. И пишут, там и анимация неплохая. Я просто за этим отелем уже наблюдаю. И обзор тоже его делал. Номера неплохие у него. Так что вот я считаю, что это очень достойный отельчик за эти деньги. Вот на осень народ там спрашивает, что там, подскажите. Я все отели, конечно, тоже не могу знать. Но вот эти отели, за которыми я слежу, наблюдаю, читаю отзывы. Мне он очень нравится. Дальше, вот слетать.ру, дальше. Лазаю я у него, ну так, не особо у них там, чтобы смотреть. Вот опять возвратился я к этому отелю. Дальше смотрим. Опять полазаем, слетать.ру. Посмотрим, что у них. У меня сразу три сайта открытых. Ну вот, смотрю. Бельдиана, ну они в Бельдебе там есть. Но это Бельдебе, это деревня. Она растянута на 6 километров. Я с одного конца как-то шел до другого. И вот, очень такой, для осени, я считаю, это Бельдеби не особо. Лето идеальное, я считаю, Бельдеби, очень неплохо. А для осени это уже там деревня, тишина, ну вот там отель тоже. Вот смотрю, Гюл, вот, опять же, это тур,
который у них подешевле у них написан, вот этот пегасовский тур они продают. Надо звонить, общаться и уже узнавать, что... Ну, там написано, что нет точных данных, надо дозвониться. Дальше вот я забиваю его, Армаш Голюбич, на YouTube залезаю и смотрю. Ставлю там фильтр HD и на месяц. И смотрите, смотрите, отель какой приглянулся. Это вот я так вот тоже ищу и смотрю. Потому что мало ли, люди выкладывают иногда мелочи, которые там туроператора не видно. Вот пока. Этот же отель. Дальше я вот, Гранд Мирамор, вот я его обозначиваю. И дальше вбиваю его сейчас в объем на YouTube. Название это. Вот так вот. Хоп. Это убираем. И вбиваем. Вставляем. Хоп. Ставим. Сейчас появятся ролики людей. Ну вот. Ну иногда я годичный там ставлю. Там ролики тоже может там что-то. Но в основном стараюсь месяц. Последние там за полгода какие тут. И вот можете посмотреть также ролики. Это вот сверху план Кириши. Дальше. Дальше заходим на топ-хотель. Я захожу, тоже открываю. Гранд Мирамор. И читаем отзывы. Есть негативные. Но также читайте и в недостатках там, что пишут у них. Даже в хороших отзывах. И уже будете уже готовы. Дальше забиваем Гюль. Армаш Гульбич тоже на топ-хотеле. И читаем. Вот он. Ну, я все время люблю карты, смотрите, смотрите. Ну и под конец звоним, когда определились девчонки в офис. И, конечно, она будет очень довольна вам отзвониться и сказать. Ну ладно, вы что смеетесь. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.
Ну что ж, в конце ролика хочу сказать спасибо зрителям за терпение, досмотревшие данное видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И отдельная, огромная благодарность тем, кто помог развитию канала Гарри Кинг и кинул на кошелек Киви плюс 7 964 387 68 87. Всем удачи и классного отдыха!